подскачет на 4 мегагерца. Вот 10 метров, первичка 0,75 миллиметров провода. Стены 4 мегагерца. Он слабо работает. Ламп на очень трудно ее засветить. Да, мне удалось. Хочется показать, что он работает. Ну вот, на самом раз, потому что работает. Чтобы более наглядно показать. О. Вот как лампа. Катчер уже минус тоже заземлен. Заземлился, катчер отключил. Лампа почти не горит. Одна микросекунда клетка и сколько пиков у вас? Один, одна, одна, водорог, один, два, три, четыре волны даже, может. Один, два, три, четыре. Да, примерно ровно четыре волны влазят. Значит, 4 мегагерца. Не сколько пиков, а сколько от пика до пика. Если сколько пиков считать, то будет неправильно посчет. Пиков 1, 2, 3, 4, 5. Вот такого катчера. Тут 10 метров, а тут красного, наверное, 25 метров. Частота с антенны 2 мегагерца, без антенны 3 мегагерца. Слишком высокая частота. Вроде бы лампочка горела. Может, не горела, уже не помню. Когда не было земли, а теперь не горит. Даже земля не еле-еле. А раньше, когда я тут немножко отмотал, качал вторичку. А раньше, вот так прикасаясь, она ярко уже горела. Вот этому концу она не так ярко, а к этому достаточно ярко горела. Теперь немножко только отмотал провода. Тут вот. Только. Не так не горит, не даже земля не горит. Ярко еле горит только. Хотя раньше была частота 1,3 мегагерца.
где-то или 1,5. Теперь тут. Теперь вот без земли. Без земли 2 на вверх наш. Тут 1,9. Землю. Где-то 1,5. Один и шесть где-то мегагерц, а должен быть по расчету 1,7. Так, теперь подключаем катер Раминус к земле. И вот тут она ярко загорается только. Сейчас тут провод разной толщины. Потом может как-то перемешивается. Не очень хорошо. Вот теперь где-то 1,7. Все-таки должно по расчету быть. Посчитал, сколько будет для 44 метров провода. Вот. 1,704. Это в килогерцах, в герцах. 1,7 герц должно быть. Раньше подключая землю к другому концу, она ярче загоралась, теперь ярче загорается. А нужно же все на один конец подключить. А еще там телефон. Это 1,6 вроде. Это герц. Или 7, вот так. 6,7. У меня не совсем так намотано, как ступенчатая синяя капоната. У меня все потом вот этот слой по-другому надо.
провода было слишком много, и как бы нужно было его по-другому. Тут попробую подцепить. Как мне все равно каких-то, чтобы она перегорела. Такого нет. Правда, 21 ватт вроде бы, но там волосок он там всякому побился. Там уже он коротит. Уже там 21 ватт. Она ярко горит, может, каких 5 ватт. Вообще, может, там контакт совсем хороший был или что. Теперь этот дно земли уже намного ярче горит. Качера нет. Вроде бы как бы 1,7, как бы, может даже чуть не больше. Как-то ярко загорелось. Такого нет. Вот теперь 2 МГц. Частота. Вот так это, как частота выше стала, так это... Само собой, она будет меньше потреблять качер, потом тебе и светит лампочка. Что-то я тут не вижу, что тут какие-то есть резонансы. Это ярко осветилось. Вот сделал такую вторичку. 1 МГц частота. Лампа ярко светит, но она ярко светит, когда качер не заземлен. Если на один или на другой конец, она будет. На земле обязательно. Не совпадает четверть волны, вот 44 метра должно быть, как бы. Один из 7 МГц.